Раздел 1. Основы государственного и общественного строя Республики Татарстан. Глава 1. Общественно-политическая система. Статья 1. Республика Татарстан – суверенное демократическое государство, выражающее волю и интересы всего многонационального народа республики. Суверенитет и полномочия государства исходят от народа. Государственный суверенитет есть неотъемлемое качественное состояние Республики Татарстан. Это Конституция в редакции 6 ноября 1992 года. Такой она была принята. Сегодня прекрасный день для чтения. Провозглашает государственный суверенитет. В 92 году прошлого века это был документ времени. Сейчас с таким текстом это был бы документ отчаянной смелости. Нравится вам это, не нравится, я это буду говорить. Искреннее спасибо всем, кто тогда решился принять его. Мы гордимся вами. Каждый из нас хотел бы хоть раз в жизни проголосовать за такой основной закон. С праздником, с Днем Конституции Республики Татарстан.